Мама твоя будет рисовать много-много разных рисунков. А ты должна будешь угадать, что же такое мама нарисовала, хорошо? Угадать, что нарисовала мама, и получить за это 5 баллов. У участников конкурса было несколько творческих заданий – на смекалку и на внимательность. Первая встреча в клубе для детей и их родителей «Веселая семейка» прошла под названием «Дочки матери». Наша семья очень творческая. Вместе мы любим рисовать, лепить, строить. Одним словом – творить. Рассказать о себе и узнать своего ребенка в костюме цыпленка. В конкурсной программе приняли участие Елена Гущина с дочкой Викторией и Елена Кижаева с дочкой Ариной. Все те, кто пришел на первую встречу клуба, не только получили заряд хорошего настроения, но и стали участниками музыкального оркестра, угадывали загадки и сказочных героев. Все гости ушли домой с сувенирами и подарками. Ольга Елена, Евгений Стародубов, «Воскресенские вести».